раз высоких эльфов позолочены. Круто. Позолоченный тазик.
огромные запасы сил. Один раз с
сообщили, что нужно не западную кузню, а восточную, например, вывести из строя. Так нет. Одна и та же муть каждый раз. Изучить Ода светлячку. Господи. Так. О. А что у нас там? Нашлось. Средняя броня. Роза. Эфузия магии. Еще не хватало жрать всякую эфузию. О, побежал куда? Вот они откуда. Они спрятавшиеся здесь. Паразиты. Не судьба. Ну, хоть коняшку освобожу. И то ладно. Так, я так и подумал, что они сейчас всегда убираются. Бумс. Так.
Опять какой-то предательский выстрел сзади. Тик. Значит, та локация захвачена. Там, где нужно кустню угробить. О. Так, а здесь что? Убить Сивкинов. Господи, прости. Так, опять караулит здесь, придурок. Скотина, ну какая скотина, а? Наверное, тот же самый желтый. Он специализируется так. Ну и куда убежал? Давай уже убивай, скотина. Зарабатывает очки Альянса. Вот он. А, нет, это другой. Да, они все на одно лицо. Все подонки. А, паскуда. Каких-то очков Альянса хотят быть подонками. Зачем так поступать? Грёбаные скотины. Все-таки Зивкина угробили, теперь можем спокойно забрать свою долю. Ай, и ждать нового Зивкина. Тик. Самим-то нам не справиться. Сивкиным. Ой, сколько их. Бумс. Ревущее пламя, получен 11 уровень. Драконья мощь. Сердце земли, получен 11 уровень. Нам бы Зивкина угробить, вот бы было хорошо. Второго.
подонки всегда обстреливают людей хороших. Потому что у них такая порода подонковская. Вообще он будет появляться, этот Зивкин. Зивкиницы. Вот. К несчастью появился. Но нам с ним не справиться. Здесь есть Зивкин. Зивкин. Спивкин. Зараза. Бумс. Бумс. Тьфу. Справились. Хитрожопостью взяли. Зивкиницы. Прочность ваших доспехов, тра-та-та, или еще что-то. Здесь еще каждый раз деньги надо отдавать на ремонт доспехов. О, молодой человек что-то ждет. А, нам нужно жучки ставить теперь. Здесь они должны от нас отстать. А, синенький нас угробил. Подонок. Здесь столько подонков бегает, это ужас. Чего не дать людям спокойно выполнять квесты? Нет, надо обязательно подонков
пригласить в игру, чтоб они ходили и пакостили, потому что подонки. Так, вас обнаружили. Но, вон. Нет, не дают. А, я к этому должен был подойти. Ну ладно. Паскудная какая игра. Ужас. Так. Где эта хрень? Че ее не показывают? Господи, опять синий, что ли? Нет. Где же здесь этот самый-то, которому жучок нужно прикрепить? Вот он. А, все, теперь можете убивать меня. Материалы стали. Так. Все. Так. Ни хрена не видно. Это ужас какой-то, а не игра. Тяжелые доспехи, 29 уровень. Опять эти идиотские булыжники. Соберете 100 тысяч булыжников, получите колечко. А у нас этих булыжников 403, а нужно 100 тысяч. Не, ну можно, конечно, денежку заплатить реальную. И кроны купить, и всякую другую срань. Бегать и всех побеждать. Ля-ля-ля. Ой, не то. Сейчас, если бы это был чужой мешочек, нас бы еще и оштрафовали на денежку.
нас 52 другого булыжника, а нужно 60 булыжников. Тогда откроется дверца, и можно будет хрень какую-нибудь достать из ларца, которая через день уже потеряет свою актуальность. Как люди в это убожество играют? Я не знаю, не знаю. Нет, ну, если людям нравится пакостить другим, то это игра для них. Одна сволочь продавала долбанный факел. Факел хотя бы одна сволочь продавала. Нигде нет. Как тут без факелов? Вот сволочь. Вот материал стиля, а факела нет. Грёбаные бутылочки, скляночки. Сколько времени нужно, чтобы это все изучить? Это же идиотизм какой-то. Ну. Ой. Имперский город. О, что-то. А, вывести из строя западную кузню. Это у нас где? Эльфийские сады. Эльфийские сады. Ой, кузню. И так сложно пробраться. Это что там? Где это кузня, а где мы? Неизвестно. Так. Вот через... Так. Вроде бы лучше. Так, а где эта штука? Ага. Ползем, ползем, ползем. Где эта гребаная кузня?
надеялся, что он всех перебил, тот, который выбегал отсюда. Но не тут-то было. Этого гробения у нас ухудшается качество брони. Каждый раз все хуже и хуже. А у нас теперь вообще все плохо с броней. Они предупреждали. О, что это? Стоимость ремонта, что ли? Сопротивление критическому урону. Снижено на сколько там? Там. 15 наполовину испорчено. Это у нас что? Стальная кираса. Так. Бежали, побежали, побежали. Прибежали. Эй, убивайте меня, сволочи. Вот там много сволочей. Быстро убьют. Возвращаемся на базу. Сдавать квест. Идиотская игрушка. Ну что делать? Зато симпатична такая. Где-то здесь должен быть квестодатель. Хорошее дело, квестодателем не назовут. И совсем не сволочь, хорошая девушка послала нас на смерть. Завершено. Потушить пламя прогресса. А, это когда посох разрушения получен 19 уровень. Ревущее пламя 12 уровень. Драконья мощь 12. Сердце земли получен 12 уровень. Все, жаль.
Так, вот это мы сюда, это сюда. Еще камешки подкинули. Всего-то 100 тысяч надо набрать и колечко такое получить, а не такое, а непростое, а гребаное колечко, братва и кольцо. Дубовый огненный посох. Весь уже это самое поистаскался. О, заряд закончился. Вообще надо вот с этим вот беленьким оборудованием ходить и все. По крайней мере, оно не испортится. Оно вообще ничего не стоит, ноль. Значит, по идее, не должно ломаться. Не нужно платить за ремонт. Так, пойдем сейчас. И разберем что-нибудь. О, дубовый щит. А может тоже портится. Ящик. Ящик нам не нужен. Это что такое? Это не надо. Это ювелир. Ювелир Торг. Льняной головной убор. И выделенные сапоги. Сапоги сидят и выделываются. А, это можно изучать. Давайте разберем на запчасти. Запчастей не выдали. Так. Тяжелый шлем. Стальной, между прочим. У нас такой есть уже. О, даже слиток дали. Ну, только одно здесь симпатично. Прохаживаться. Ну, как кошка. Ходим так, бродим. Что не здесь ценное есть у нас? Все ценное. Это надо завязывать с этим персонажем. У нас столько оборудования не изученного, что просто нет возможности новое получать. А складывать негде. Вообще-то нужно не элементы стиля там держать, а броню какую-то. И делиться с другими персонажами своими. Их 8 можно сделать. Раз, 9. Национальностей разных. Не, раз. Или национальностей. А кто их знает? Раз. Раз 9, а выбрать можно только 8. Такая подлость. Но зато 2 сервера. Мега европейский, мега панамериканский.
кто знает, где купить. Факел, где купить в этой игре? Ну, или хотя бы скрафтить, как-то создать. Где? Никто не знает. О, вот это гораздо симпатичнее, когда так ходит. Спокойно, так уверенно. Без дерганий. Особенно хорошо по полю боя так ходить. Так, подсветим. Это плохо светит почему-то. Вообще непонятно. Стреляет. Другой посох не стрелял, потому что некуда было. Стреляет, а света от этого не прибавляется. Вспышки. Сестра Джриза. Сестра. Ну ладно, сестра. Так, сестра. Так, это уже не так симпатично. Это уродство какое-то. Elder Scrolls никогда не отличалась изящество. Всегда были корявые какие-то персонажи у них, особенно в Морвинде, такое убожество. Если б мододелы не приложили руки к игре, вообще невозможно было бы играть. Морвинд, Elder Scrolls 3. Мы два фонаря сделали, но их можно использовать только в доме. А в руки нельзя взять. И приходится в таких потьмах все время ходить. Я тоже так стоял. Так, вот что-то там висит. Точнее, я стоял, а персонаж собирался на эту керосинку.
я памятник себе. Типа того. Так. Что здесь надо сделать? Ничего. Захватить замок Черный Сапог. Господи. Победить войска Малакбара в храме. Не победить. А как победить? Вон, птичка. Оборудование все у меня, снаряжение порченное. Порчу кто-то навел. А, разработчики порчу навели. Мое оборудование, снаряжение. Потому что мы разрабов недолюбливаем. Вообще не любим разрабов игр. Pay to win. Плати, чтобы победить. Еще pay for win. Говорят, то pay to win. Pay for win. А суть одна и та же. Игра на низменных чувствах.
вес сделать. Синенький как раз побежал убивать этих армию Малакбара. Малакбара. Бала. Тьфу. Господи. Как они изобретают такие убогие названия. Победить войска Малакбала. В храме. Вот он храм. Туда. Синенький побежал. Ля-ля-ля. Побежал туда. Сейчас пойдем, нас угробят. Мы уже все квесты на сегодня сделали. О, победить. Вот он там учится. Как он в соло это выполняет. О, что-то он там угробил. Чего это? Ага. Светит квест этот. Вот как раз люди спрашивают, какой есть этот, как его, какой, каким персом играть соло, чтобы ПВЕ квесты делать. И разработчики бьют себя ушами по щекам, заявляя, что любым, если руки из того места растут, из которого у них растут. Игроки утверждают, что лучникам невозможно. Мертвый дамагер не дамажит. Вот сейчас лучник явно кого-то здесь победил. Дракошу какого-то замочил. Я за это опыт получил. Потому что я тоже в него пару раз попал, в дракошу. Да. Сейчас будут.
дальше будет еще хуже. Пока.